Всем снова привет, ребята, с вами Ифи, я продолжаю проходить игрушечку The Vanishing of Ethan Carter. В прошлой серии мы с вами увидели неведомого из глубин, это был какой-то непонятный осьминог или кракен, скорее всего, это был кракен, потому что уж больно он огромный был. У нас тут есть очень много записок, целых три, от Дейла: забери свои шмотки из нашего подвала и выброси их на помойку. Мне так надоело постоянно натыкаться на твои пожитки в своем подвале, если не заберешь свои вещи, я их сожгу, без шуток, Дейл. Хорошо. Почему подписано М какое-то непонятное? Хорошо, давайте это прочитаем. А, это неведомо из глубин мы читали. Игра сохранилась. Замечательно, я очень рада. Запрос на разъяснение. Дорогой мистер Картер, патентное ведомство Соединенных Штатов Америки получило ваше письмо от 27 января 1973 года, в котором вы просите разъяснений по поводу предложенного вам патента такого-то номера, отклоненного нами. Как мы выяснили в нашем предыдущем письме, ваш патент нарушает права уже существующего патента. За последние 16 месяцев через наш реестр прошло более 50 ваших патентов, и ни один из них не был принят. И каждый раз вы ставите под сомнение наше решение. Сообщаем вам, что все существующие и будущие ваши вопросы мы считаем официально закрытыми. С уважением, Джеймс Макки, административный директор. Отлично. Окей, хорошо. Я думаю, что теперь я могу выбираться из этой херни. Наконец-то. Я думаю, я проедусь. Так, ну хорошо, шахта была. Я там понаходила все. А куда мне теперь идти? Собственно говоря, кто мне скажет? Ладно, окей. Да, конечно, вот это вот просто на бомбезность. Эта шахта, она меня вынесла все мозги, нервы и все, что только можно было. Реально там было стрёмно как-то вообще. Ну, круто. Ну, мы с вами еще не нашли этого. Как его зовут? Дейл, да? Кто он там? Брат? Дядя? Тетя? Мотя, не знаю, кто он, в общем, это Митон. Вот, так что надо его еще сейчас найти будет. И самого Итана. А где они могут быть, если я уже все облазила, я даже, блин, была в какой-то заднице. Под водой. Там был какой-то дом интересный такой. Когда под водой я была. То есть непонятно, что это за дом был. Может быть, мне его стоит искать, возможно. Потому что, наверное, в всех записках оно как бы указывает местоположение, то есть следующего какого-то пути, куда надо идти. Вот. На какое-то место, может быть, указывает. Ну, не знаю, сейчас давайте посмотрим. Я выбегу из этой вот всей задницы, вот, которую сама добровольно приперлась. Вот она, прекрасный этот момент, ребята. Насладитесь им сполна, ибо я наслаждаюсь им полностью. Давайте прекрасную музыку мне включите. Почему я все еще... А, то есть он присел и все, и идет. Хорошо. Ну, давайте взглянем, что мы с вами видим. А сами видим мы примерно следующее. Место, где я была. И куда я могу, в принципе, еще раз ходить. Чтоб еще раз. Ух ты, ёп. Я первый раз вижу, что тут красные стены. Замечательно просто. Смотрите, тут сквозной проход. Да? То есть, если так подумать, по логике вещей, если тут сквозной проход, значит, здесь можно как-то пройти. Логично? Логично. То есть ты берешь, вот так вот проходишь и идешь куда-то еще. Но больше идти некуда. Следовательно, куда идти, непонятно.
Самое начало я не пойду, потому что смысла в этом я не вижу. В дом без понятия. Что это такое там? А ну-ка. Стоямба. Неужели глюки, или я не знаю что. Или я уже просто мои глаза рисуют картины надежды. А ну-ка. Сейчас, погодите-ка. Это я, что ли, тогда в тот раз дверь закрывали? Они сами закрылись автоматически. Сейчас посмотрим. Подождите-ка, ребятушки. Я там, по-моему, что-то увидела. Надеюсь, что это я увидела то, что я хотела бы увидеть. Да. Правильно. Как мило. Вода прям в лицо брызжет. То есть мы отключили вот эту фигню. Этот. Генератор, наверное, или что. И вода не так начала хлыстать. То есть просто по порогам сливается вниз и все. Окей. Мы куда-то с вами бредем опять. Замечательно, если честно. Мне нравится то, что я наконец продвинулась уже дальше той шахты. Дальше вообще всего. Как всегда, блин, FPS страдает херней. Наверное, прогружает какую-то следующую локацию. Я без понятия. Это вообще я ничего не знаю, что с ним делать. Видеокарта у меня новая, мощная, поэтому, не знаю, это все игра, короче говоря. Вот. Окей, хорошо. Можно, в принципе, пройти вот так, посмотреть, да? То есть, там, наверное, тропинка, можно обойти это, как цивилизованные люди бы сделали, да? Но... Да-да-да. Ну, красиво вообще, блин, бомба. Ethan was close. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I'd come. Отлично. Итан нас ждет, как мило. Только мне вот интересно, зачем его хотели все убить? То есть, чем они были так одержимы? Ух ты, ёлки-палки, как красиво-то, а? Охренеть. И почему... блин, тут я вообще не была. Это место вообще даже не было видно, то есть за вот этими как скалами. Блин, как же красиво тут. Обалдеть. Так вот, что я хотела сказать. И какого, то есть, спящего или что он разбудил там, блин, потому что, ну, до сих пор мне как бы особо не ясно, то есть, понимаю, что это какой-то, наверное, там, дух или еще что-то, который хочет всех сожрать и испепелить их души, вот, но как-то, не знаю, блин, охрененно просто. А вот тот дом, да, я же сказала, нам надо к тому дому будет возвращаться, судя по всему. Блин, я, честно, я бы хотела в таком месте жить. Вот именно, вот, знаете, озеро, вот так вот, вот все тихо, спокойно, да-да-да. А, это сожженный дом Вандергрифа. Все понятно. Причем сожжен недавно, судя по всему, потому что еще угли. Под, такие, знаете, подгоревшие. Охренеть. Да, конечно, дом у него был, судя по всему, знатный. Два льва. Красиво, конечно, красиво. Вот так вот просыпаешься, утром выходишь, а тут на тебе такую красоту. О, да, красота неописуемая, конечно, ребята. Ладно, давайте ближе к делу. Меньше слов, меньше трёпа. Наверное, елки сгорели. Может, их как-то там... Как его, скажите мне... Огнем, языками пламени дотронулась. Оно. Прихожая такая. Да, конечно, жалко, жалко. Ну, блин, зачем? Ну, в принципе, да, там, то есть этот маленький Итан говорил, что, типа, сжечь этот дом,
он хотел, точнее, не сам Итан говорил, а его мама, по-моему, говорила, что Итан хочет сжечь дом, чтобы там что-то спящий какой-то не проснулся. Ну да, спящий какой-то там не проснулся или еще что-то, или Итан его потревожил, а он знал, как его уничтожить, этого спящего, вот. И мама услышала, наверное, где-то, что он сказал, что типа... сейчас, что сжечь он дом хочет для этого, коснуться. Corvus, I'm sorry. Ethan. Исчезла. Ну-ка. Еще раз могу дотронуться? То есть, у меня была одна попытка. Вы что, прикалываетесь, народ? Угу. Как интересно. Ну, как-то туда оно тянуло, вот эти слова все. Ворон, типа. Вот, ну, вот я хочу, к примеру, еще раз. Вот нет, ну это вообще, если честно, как-то не круто. Ладно, я пока ничего тут трогать не буду, потому что я хочу одну вещь проверить. Так, куда-то туда... тянуло это слова, то есть как бы показывали, хоть я и не успела просмотреть все, но в основном как-то оно... Интересно, туда смогу забраться? Хоть там как-то и угол большой. В принципе, я смогу вот так облезть, так что нормально. Ну-ка, это что у нас? Может, он где-то на берегу, какой-то там ворон, я без понятия вообще. Какая черная вода. Но она черная. Ну, блин, посмотрите, она... Блин, не знаю, ладно. Не важно. Блин, круто сделано. Это, наверное, чтобы не подмывало. Типа, землю не вымывало, скорее всего. Поэтому такая фигня сделана. Не знаю, как она называется, к сожалению. Ну, ладно. Ну-ка, я полезу туда сейчас. Наверх. Я надеюсь, меня невидимые стены впустят. Нет, не пустят. Печально. Очень. Да, и мне еще сказали, что есть уже с русской озвучкой эта игра. Вот, моей радости не было просто предела и конца. Ну, блин, я не буду уже перепроходить эту всю ерунду, потому что это заново надо будет брать и проходить эту шахту. Я в задницу, я не хочу вот это опять переживать, эту всю фигню. Вот, так что я уже в английской версии пройду и в баню. Не, ну игра, конечно, знатная, знатная. А туда я не смогу пролезть, да? Вот прекрасно просто. Там вот что-то, не знаю, может, это просто не так взор мой. Тю, ёлки-палки. Ворон, ворон, ворон. Какой-то ворон. Я ищу ворона. Блин, знаете, где искали ворона? В «Игре престолов» искали ворона. Вот. Отлично. Трехглазого причем. Вот прикол. Тут тоже, что ли, трехглазого ворона искать надо будет? Просто бомбезно. Тут ничего нету. Может, тут где-то около льва, на голове. Нет, ничего нету. Около льва... Лев ничего мне не скажет, к сожалению. Хотя мог бы что-то сказануть. Все, теперь я только могу поворачивать эти штуки. Отлично, что сказать. Травка, травка. Трава-мурава. Хорошо, у нас какие тут буквы есть-то? Вандергриф мы из них не сложим. Судя по всему, начальная буква это вот это. Так, я сейчас... Угу. Ну, хорошо. Может, надо ворон выложить из этих слов?
Ну-ка, давайте попробуем. Итак, внимательно приглядевшись к своему собственному видео, я увидела то, что я пропустила одну очень важную деталь, которая помогла бы мне раскрыть данную головоломку. Даже это не головоломка, а просто обычный ключ, наверное, какой-то, не знаю, или проход, или... Ну, короче, что-то. Вот. Я пропустила просто-напросто на полу слово «корвус». Вот. Оказалось, что это латынь, а не английский язык, как я предполагала. Да. Вот. И поэтому, да, будьте внимательны предельно, когда что-то проходите, да, потому что вы будете повторять мою ошибку, а лучше этого не делать. Так что, да, давайте я введу корвус и посмотрим, что будет. Какую дверь я открываю еще? О, нифига себе. Ни хрена. Подвал какой-то. Или хрена узнает, что оно такое? О, мать. Нифига себе, какие тут вещи интересные в стенах. Так, тогда туда я не пролезу, так? Это еще кто такой? Прочитать. Я не я, и не был собой. Сегодня опять слышу голоса, как и вчера. Это самое страшное. Кусочек сгоревшего текста. Еще кусочек текста. Я попытался впечатать ее в стену, но она дала мне отпор. В конце концов, я не смог. Ни собственную жену, ни она, ни спящие, ни довольны. Надо решить, кого мне стоит бояться больше. Ни хрена себе. Это что, Вандергриф, что ли? Офигеть. Обалдеть. Обуглено. Спокойствие. Давай я коснусь к тебе. А, это его дедушка. Дедушка на дедушка. А это просто были обычные окна. Блин, офигеть. А, дедушка помог ему. Он что-то подвигает тут. Угу. Ну, это, наверное, первое будет. Первое. Второе. Третье. И четвертое. Типа он остался. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. I can squeeze through.
It has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. To die. Even you. Even me. Да, конечно, какая-то печальная такая история, если честно. Итан. Итан, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Офигеть. Here. Again. Вот опять. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Интересно очень. Мост. Дамба. Церковь. Это. Истории. Ловушки, черепушки. Космическая капсула. Дом порталов. Ведьмин лес. Древнее божество. Где же я не была? Тут была ловушки. Дом. Божество. Тут была. Интересно. Так, церковь, походить, дамба, за дамбой это ерунда, там, это проход, так, дуба для грифа, все понятно, я везде была, получается, удерживать надо. Это я? Christ, Ethan, you're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma, he's in here. Сейчас кажется, что Проспера это Итан. Be careful with that lamp. Damn. What the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories? I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner! I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad! Shut up! You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Oh, shit! Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! With the smoke, it's toxic! Oh, Jesus! Oh, God! What do we do? What do we do? Ha ha ha!
I wrote about you. But I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did. But my story's done. And it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Прекрасная игра. Вот. И, честно, какая-то грустная в конце, потому что... Ну, блин. Наверное, я слишком сентиментальный и чувствительный человек, вот и все. Вот. Игра мне очень понравилась, надеюсь, что и вам тоже. Итан, не знаю, ну, Итан, судя по всему, скорее всего, что задохнулся дымом. Вот мне так кажется. Очень интересно сделали то, что это все было придумано самим Итаном, то есть вся эта история, как бы, вот в последний только момент я вот это поняла, когда, ну, буквально последние слова, которые были произнесены самим Итаном, вот, то есть только после этого я все поняла. До этого я действительно думала, что там какое-то спящий, которого разбудили или которого потревожили, его надо успокоить как-то. Вот. И что мы на самом деле живой человек, а не какой-то придуманный персонаж детской фантазии. Что ж, спасибо людям за такие игры. Вот. Так что всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Всем удачи, всем до скорого в новых прохождениях других игр. Всем пока-пока.